Гимнастки из Ярославля стали призерами международных соревнований. В конце мая прошел турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна». 8 стран, 20 регионов, 400 участников. Несмотря на небольшой возраст, девочки показали профессионализм. Результат: у 15 воспитанниц спортивных школ города 3 золотых медали, 6 серебряных, 6 бронзовых, а также серебро в командном зачете. Соревнования были очень серьезные, международные. Назывались «Ярославская весна». Приезжали из нескольких городов, из многих стран. Конкуренция была на высоте. И занять призовое место – это очень почетно. Результат, я считаю, данных соревнований хороший. Результат также, те результаты, которые спортсменки показывают на всероссийских международных соревнованиях, он достаточно высокий. И самое главное, что хочется отметить, что тенденция к росту спортивных результатов, она налицо.